Здравствуйте, дорогие друзья, соратники, дамы, господа и товарищи. Я военный пенсионер, прослужив 23 года, ушел на пенсию и стал выбирать себе профессию. Чем бы заняться в этой жизни? Как прокормить свою семью, ну и себя, естественно. Долго думал, смотрел видеоролики, выбирал, проанализировал и выбрал конкретно мануального массажиста Олега Алафа Гудвина. Просмотрев его ролики, я убедился, что он обладает профессиональными очень хорошей техникой. Придя к нему в его академию телесно-ориентированных практик, здесь я прошел обучение по хорошей профессиональной программе, по полной. Мне эта программа очень понравилась. Олег поставил конкретно мне руки для мануального массажа. Ну, так как я в свое время еще проходил другие курсы, я научился массажу, общему массажу, медицинскому массажу. А здесь Олег мне поставил конкретно для мануального массажа с мануальной корректировкой позвоночника и суставов. Мне это очень пригодится для дальнейшей моей работы профессиональной. Я это уже начал применять на своих учениках, так как я, будучи еще был инструктором, да и являюсь инструктором рукопашного боя. У меня ученики... даже есть и черные пояса по карате, они получают на соревнованиях различные травмы, мне приходится их массажировать, а с мануальной терапией, именно мануальным массажем, с мануальной корректировкой позвоночных суставов, я обладаю большими знаниями профессиональными и очень благодарен Олегу Алафу Гудвину в этом и всех других наших вот зрителей приглашаю пройти тренинг в Академии телесно-ориентированных практик, и вы не пожалеете для будущей своей, для обучения и для будущей своей работы. Всем привет!